Ну, итак, товарищи, мы подсоединяемся. Я что-то, правда, даже не знаю, куда мы подсоединяемся, но подсоединение идет к какому-то серверу. Не знаю, будут ли нам там рады или убьют сразу, но вроде без PvP я подключался. Просто чисто теоретически интересно поиграть. Опа, здесь мы можем выбрать, за какого персонажа мы поиграем. Я сейчас подключаюсь на сервер, там вроде бы трое и так уже человек. Я не знаю, кто за кого играет, но смотрите, сразу говорю, за кого мы можем играть. Вилсон, Виллоу, VX78, Викерботом и все. То есть здесь очень много нет персонажей. Мы не можем кого попало выбрать. Ну давайте Викерботом выберем, она такая более... менее юзабельный персонаж. Давайте выберем ее и попробуем поиграть за нее. Опа. А как посмотреть? Так, здесь есть Вилсон. 22 дня уже прожил. И мы. Слушайте, круто. Подождите. Его нет в мире, что ли? Его нет в мире. Кому я подключился? Господи, боже мой. То есть он создал этот сервер, но сам не... Тут зима еще. Интересно. А... То есть он вышел, да? А я... Ленд. Вау. Я ж так помереть дол... Недолго мне помереть так. Он ж тут все пособирал. Welcome. Как мне писать в чат? Подскажите, пожалуйста, как писать в чат. Я бы с удовольствием написал, че... О. Хай. Он все-таки здесь. Он как сервер. Он потому и... скажем так, ноль пинг у него. Смотрите, изначально мы не можем найти нашего персонажа. То есть, помните, на всяких презентациях мультиплеера показывалось, что здесь есть всякие ячейки. То есть сначала нам надо его все-таки найти, да? Блин, я сейчас сдохну. Ну, хотя бы и это хорошо, что если я сдохну вдруг. У него зима, видите, нежданчик немножечко. Если я сдохну, это хорошо. Давайте вот сюда пробежимся. Что у нас? Не видно температурки, правда. Так, нет. Блин, в настройках переменили кнопочки. Опа, опа, я нашел. Я нашел его лагерь. Слушайте, круто. И вечерок начался. Эй, я не могу взять семя. Эй, я не могу его взять. Что за... Вон и Вилсон. Я не мог... А что за... Прикинь, я не могу взять ничего. Ну ладно. Не, я чувак, я не собираю тебя, ничего не боись. Подкинь, пожалуйста. А, кинь, я замерзну. Fire, как fire пишется, мать его, я не знаю. А, thanks. Как... А, подожди, как вообще писать? Hello, worker bottom. А, о. О, thanks, чувак, вообще. Круто. Парень меня понял. Парень понял, что... Я на самом деле почему-то не могу брать правой кнопкой мыши. Я могу только съесть и все. Я не могу жарить ничего. Странно. Я не могу взять это в руки. Как-то изменили, это плохо. Так, ну погреемся. Камень-грелочку наш погреем. Настройки можно залезть, по крайней мере, пока. Блин, скрин. Нет, не надо скрин. Это, наверное, не здесь все изменяется, да? Очень плохо. Ладно, не будем. О, теперь, когда мы его увидели, теперь он у нас на карте отображается. Смотрите, опа, там бегает серенький. А мы зелененькие, это круто. Мы первый день только живем здесь. Он уже 22 дня выживает. Это круто. Это круто, товарищи, это здорово. Идемте травку пособираем возле черепка. Я думаю, травка нам пригодится. Очень странно, что я не могу... подкидывать ничего. Вот я не могу откинуть почему-то. Вот это очень странно. Ну ладно, по крайней мере греться могу. Хоть не сдохну на первых порах. Давайте посидим ночку здесь с этим товарищем. Почему я не могу кидать?
Очень странно. Он тушь скушать хочет. Чувак, я бы тебе помог, у меня есть одна ягодка, но я тебе ее не дам. Я тебе не дам ягодку. Там заяц, чувак, там заяц. Там заяц. Заяц, чувак, заяц. Убей зайца, чувак. Как тут писать? Я не знаю, так ли пишется. Ягэм! Убей его! Убей его! А! Чувак, ты кос! Ты немножко кос! Я не знаю, что ты его не убил? Нормально, бетка! Нормально, шикарная бетка вообще! Матерая бетка, Dark Alan. Офигенская! Hello, Викерботтом. Hello, Wilson. Большие крутизна! Уху! Так, ну не будем у него шарить. Блин, я надеюсь, он следит за коздром. Потому что я не могу! Наверное, не мое. Вот я и бешусь. Ладно, пойду погуляю. У меня есть камень-грелочка. Мне паренек дал. Пойдем погуляем. Резко пособираем. Я не знаю, что это даст. Блин, здесь нет модов. И снег, снег пошел. Снег, 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 снег пошел, снег. Здесь нет модов. Здесь я не могу вот так вот выделить и собирать все. Это обида. Это большая обида. О, собирай, собирай. Вон камешки мы пособираем. Давайте пройдемся по аллейке. По вот этой аллейке пройдемся. Немножко чувствуется фризинг такой, знаете. Ну, из-за того, что все-таки сервер чуть-чуть вот замедленно все делает наша Викерботтом. Но это не мудрено. Все-таки мультиплеер. Тут это будет. Не без этого. Так, ладно, идем. Идем по тропинке. Далеко уходим. Видите, очень далеко мы ушли от нашего друга. И он исчез. И он исчез. То есть, все-таки здесь не важно, знаете ли вы его или нет. Смотрите, нету ресалок. И это не потому, что он и уже ей воспользовался. Их просто-напросто нету. Так, пауконята. Пауконята. Мне бы оружие какое-нибудь. О-о-о, я сейчас замерзать начну, да? Зря я от него убежал, наверное, от его дома. Но я хочу прогуляться, я хочу посмотреть, что мы можем сделать. Я почему-то не могу брать. Это очень странно. Я могу как будто бы, знаете, посмотреть. Надеюсь, это здесь просто в настройках я что-то неправильно сделал. И все. Потому что так это очень безумно неудобно. Вот видите, оп, она так замедлилась. Думала, брать не брать, брать не брать. Так, наш камень-грелка очень сильно остыл. Температура нашего тела, предполагаю, уже очень низкая. Можно возвращаться к нему. Так, мы камушки пособираем. Я не знаю, откуда здесь эти камушки, грибочки. Так, камушки, камушки. Прям кто-то дорожку из камушков выложил нам, да? Ну, приблизительно. Кстати, карта. Что с картой? Карты нету! Карты нету, товарищи! На тап у нас просто осмотр. Карты нету. Во как. А я и не знал, что любовь может быть жестока. Так. Так, ладненько. Я думаю, хватит камушков. Я хочу, на самом деле, немножко умереть. Вот, вот честно, я хочу умереть. Я хочу посмотреть... Умру я, когда стану призраком. Призраком Викерботтом. Это ж так круто. Это ж так круто, товарищи. Идем через дремучий лес. От жары деревья спасают. А от холода? От холода. Спасают ли деревья? Вот такой вот вопросик. От дождя, говорят, спасают. То есть, ну, реально, значит, и от холода должны немножечко спасать. Ну, хотя бы чуть-чуточку вообще. Самую малость. Так, итак, мы возвращаемся по тому же пути, к которому пришли, но чуть-чуть другой стороны. О, ягодки, ягодки, это здорово, у нас скоро будет голодание. Наш камень-грелка уже очень остыл, безумно просто остыл. Здесь ничего нету. Так, начинает подмерзание, уже слышу его. Нет, давайте пойдем все-таки к нему. Примерно, приблизительно в его сторону. Ну, по идее, нам по тропинке в любом случае. Итак, мы придем к нему. Мы относительно недалеко, да? Родились. Пингвины где-то рядом. И Вилсона нету.
Почему Уилсон Энди? А могу я свой костер? Я не могу свой костер, потому что он все камушки маленькие пособирал. Кремень. Он пособирал, а я не могу себе сделать... Уилсон, я иду за тобой. Давай, иди поли, иди топи. Ом-ном-ном-ном-ном-ном. Чувак, я сейчас замерзну. Я не могу топить, чё за... Я не могу, я не знаю почему, но я не могу кинуть. Ладно, умрем, так умрем. Идем искать кремень. Я даже хочу умереть. Идем искать кремень. Ну для того, чтобы хоть дров нарубить, хоть сделать свой личный кастрик. Я вот не знаю, что за борода, почему я не могу брать из инвентаря некоторые предметы. И вот то ли мне кажется, то ли я привык уже, что вот как-то медленно мы замерзаем. Сейчас накаркаю, сейчас сдохну, да? О, кремень. Екарный бабаёж. О. Ну. Так, дерево. Теперь мне надо дерево. Вот дерево. Так, давай. Не особо быстро и тратить. Ну, тратится, да. Ну, учитывая, что у него столько хп, так что это не особо быстро. А вот теперь быстрее начало тратиться, да? Так, кастрик и ставим. Все. Я не могу все равно почему-то брать. Только съесть и посмотреть, типа, на него. Кнопки какие-то левые другие пашут, нет? О, карта М. Карта М, буквочка. И интересно, и смотрите, там, где мы, там вот тут как бы яркое пятно. А там, где наш персонаж был, такой серенький, вот там червоточинка видна. Прикольно, слушайте, карточка у нас теперь на буквочку М стала. Ясно. Опа. Крупс. Если б я знал, что он мне написал, я был бы самым счастливым человеком на свете. Но, по всей видимости, не дано Жеке иметь счастье. Я ищу, что кнопки делают вообще. Q, E, это понятно. RT. Вот. Значит, у нас Y это говорить. А это шептать. Шептать. Ух ты. Вот так напишем. What? То есть можно еще пошептать. Блин, а я... О, я взял. Я как-то взял шишку. О! Я взял все. Я все могу брать. Ура! Я могу брать теперь почему-то. Так, вот это. Давай. Это съедим. О, пенек горит. У меня... То есть, если вы, вам не хочется кричать на весь мир что-то, вы можете человеку так, типа... прошептать, и он такой, ага, понял, убьем его. Что-то типа этого. То есть можно так разделяться. Очень-очень круто, мне кажется. Но надо вернуться. По какой-то, я вот не знаю, причине, изначально у меня не было возможности брать предметы. То есть я почему-то их мог только осматривать. Но в любом случае мы разобрались, и это очень здорово. Спасибо чуваку за предоставленный ключик, во-первых, да, мужик ты мужик, Искандер. Огромное тебе, смотри, тоже... вот, во-первых. А во-вторых, огромнейшее спасибо тому чуваку, который дал мне камень-грелочку. Люди тут мне пишут уже. Ну, я занят. Я занят. У меня тут мультиплеер. Это ж просто оторваться невозможно, товарищи. Опа. А из-за чего у нас рассудочек потратился сейчас? Было такое. Вы слышали это? Интересно, тут какая-то другая чуть-чуть механика, по всей видимости. Тратится все это по другой причине. Так, и деревце срубим еще одну. Бум, шишечки, бум. Бум, шишечки, бум. Собираем.
Яйца! Яйца, 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 яйца. Вот сволочи. Вечно со своими яйцами они. Так, собираем, собираем. Блин, у меня яйца, 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 яйца. Оп, 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 поро, поп, поро, поп, поро, поро. А у кого нет яичка? А у вас нет яичка. Так, карта не очень удобная стала, если честно вот сказать. Не очень удобная. То есть это далеко тянется. Раньше на тап нажал, и все удобно. Сейчас же на тап у нас просто вот такой полупрозрачный вид, где кто, ну, кто с нами подключен. Он сидит тут. Лопату не это, не судьба сделать, да, чувак? Лопату сделать, походу, не судьба. Так, у нас есть яичко, нам бы что-нибудь еще, какие-то продуктики, было бы очень здорово. А куда он вообще пошел? Давайте посмотрим, где мы не были, а куда он, скорее всего, пошел. Так, он оттуда прошел, раз и убегал. Слушайте, ну я живу. Конечно, благодаря ему отчасти, в плане того, что он дал мне камень-грелочку, но... Посудите сами, если бы его тут не было, я бы камешки-то собрал бы раньше. Так, чувак, где ты? Я иду за тобою. Я иду за тобою. Камень-грелка остыл. Мне бы шапку. На шапку у меня нету. Блин, а где он делся? Мы мультиплеер играем или да? Куда он дрыснул? Ну, куда-то дрыснул. Чувак, тебе не надо, я соберу. Господи, тебе не надо, я соберу. Так, куда-то он, наверное, сюда ушел. В леса дремучие, густые. Тут-то бегай. Ищи. Читак мне пишет. Да, читак. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Просто допуск. Не у всех есть. О, классно. Классно. Может, кирочку сделаем? Давайте сделаем кирочку. О, замечательно. Наконец-то у нас не будет проблем с камушком. Ну, видите, пинг чувствуется все-таки. Мелкие подергивания такие. Медленно он так все делает. Ну, ничего, со временем, мне кажется, привыкнуть можно. О, классно, тут куча камня такого. Где он делся, блин? Так как-то вообще не няйс. Воу! Я только заметил, товарищи! Камень-грелка тратится. Он раньше никогда не тратился. Он тратится со временем. Но это даже хорошо. Это очень хорошо, товарищи. Я считаю, что это очень хорошо. Что камень-грелка теперь тратится. Что такое? Или это он там что-то ест, и мне рассудочку ушел. Так, давайте распалим кострик. И соберем камни. Вот слышите, вы слышите это, да? Я уверен, что вы это слышите, как тратится, как будто бы рассудочек. Такой. Или это он там что-то делает, или это в миру. Вот это надо разобраться, мне кажется. Обязательно. Так, давай. Собирай, 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 собирай. И вот это еще соберем. Хотел бы его найти на самом-то деле, но что-то не вижу. По идее, если, то есть, это очень удобно, как бы сделано, я очень, на самом деле, рад тому, что сделано было. По идее, если вот мы, когда создадим, втроем будем проходить, ну, играть, да, так сказать, шалить в мире Don't Starve, если один из нас окончательно умрет, он всегда сможет заново подключиться и просто будет, допустим, с первого дня играть, а мы там с 40-го, к примеру, да. Ну, то есть... Такое безбашенство. Ну, вдруг не повезет. Вдруг мне не повезет, да? Я там в первые 5 дней подохну. Мало ли, что может быть. Так что это очень классно, что можно переподсоединиться в любой моментик. Так, что у нас тут еще? Давайте вот этот еще камешек заберем. Нам он пригодится. Камень-грелочка греется. Интересно, от чего тратится камень-грелка? От нагревания остужаний или же от чего-то другого? Так, ну это мы добыть не можем, да? Это мы добыть не можем. Я бы такое что сделал себе лопату и выкапывал бы что-нибудь. Это очень помогает. Допустим, один такой куст его просто на ночь вот с хвостом хватает. Долго вечер длится.
Да, все-таки без модов не то. Без модов не то. Так, давайте поднагреемся. И пойдем, наверное, в его сторону. К нему домой. Он, по идее, домой же должен прийти со временем. Я хочу к нему. Потому что, ну, как-то это грустно. Интересно, пока мы на карте... Пока мы лазим в карте, время уже наверняка не останавливается. Я практически в этом уверен. Наверняка не останавливается. Время идет. Вот, даже проверим. 91%. Вот мы стоим, смотрим. Вернулись 85%, да? Не, ну это было бы очень глупо, если бы время останавливалось. И он такой, хоп, вернись с карты, глупец, я тут играю, у меня там драка или еще что-нибудь. Это было бы забавно, конечно же. Так, мы там далеко... Не, мы почти дошли до него. Возможно, даже одного факела нам с излишком хватит. Вилсон, ты где там? Ау. О, нормально. Вкуснятинка. Так. И вот мы к нему пришли. И его тут нету. Вот и все. Где он лазит, фиг его знает. Так. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, два жареных мяска. Теперь мы хоть нормально можем покушать тефтельки. О, давай еще две вот этих. Куки, говорю. Кукиш. Да, да, я знаю, что ты голодаешь. А что у него в сундучках? Просто интересно. Ну, пустые. О, бронька травяная. А мы ему селитры добавим. Надо селитра? Да, пожалуйста, мне же не жалко. Царю не жалко такой. Да. Так, о, нормуль, похавали. Неплохо так. Вот, и живем, товарищи. Я почему-то его не вижу, он еще не вышел с сервера. Почему, где он делся, я, честно говоря, не знаю. Очень бы хотелось бы с ним побегать, может быть, как-то. Вот, яйца. Та-дан, 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 та-дан. Яйца два. У нас два яйца. Почему нельзя по-русски писать? Нельзя же по-русски писать? Да, по-русски нельзя писать, только по инглишу. Я не помню, как пишется, где ты. Where are you? Я помню, как оно звучит, а я не помню, как оно пишется. Да, школа она такая. Забываешь ее. О. Его убила свинья, он превратился... Я не могу, его свинья закачукала. Ну что ты, Вилсон, ну как это называется? Умудриться от свиньи умереть. Ну что ты будешь делать? Где ты там? Нам его не видно на карте, да? Нам его на карте наверняка не видно. Так, тут ничего нету. Ловить здесь, соответственно, тоже нечего. О, пауканчики. Третий уровень. У меня оружия нету. У меня есть топор. Давайте мясо. Ну? Чё за? Ох, ни хрена! У меня опять упал рассудок какого-то фига. Я тут. Давай. Ну? Ох и фризики маленькие. Ну, паутинку забрали. Я вообще-то на мясо рассчитывал, но ладно. Так, что у нас с холодом? Замерзаем потихонечку.
Где он делся? Ну так неинтересно. Так, будем ждать его, наверное, возле лагеря. Он когда-нибудь должен прийти к лагерю. Я уверен в этом. Да? Да? Он должен же прийти к лагерю когда-нибудь в виде привидения даже. Там можно как-то оживиться. Некие дефибрилляторы были. Но, фишка в том, что я даже не знаю, как они делаются. И вообще, где я сейчас? А, я еще не дошел. Подожди, а я хоть правильно иду? Нет, нам сюда. Интересно, он место ночевки выбрал. Я всегда же выбираю возле бифола. Это очень классный биом. Там очень легко отбиваться от всех. Ну, от всех поначалу, по крайней мере, гончих и так далее. Так. Его нету. Я не знаю, где он лазит, почему он не пришел домой. Давайте все спалим. Если что, нарубим себе дерево еще. Вот опять. Что это такое? Рассудок падает и падает. Или это какие-то мы грани типа проходим? Он. Так, это ему сбросим. Это нам не нужно совсем. Паутинку. Давайте ему тоже сбросим. Пущай парень радуется жизни. Пригодится ему. Пим-пир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 им. Ну где же ты? Где же ты где? О, яйца, 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 яйца. Сволочи, сволочи. Сволочи за своими яйцами. Так, ладно. Где же ты, парниша, а? Что такое? Я не могу это собрать. Я не... О. What the fuck? Это... Сервер повис, он, наверное, выходит, что ли? Да. Он ушел, к сожалению. Вот так, на такой ноте, наверное, мы и тоже закончим. То есть понятно, по крайней мере, как оно все, механика действует. Очень круто все было. Ждем, когда откроется доступ. Вот, в мультиплеере, и будет вам мультиплеер. По крайней мере, со знакомыми вам летсплейщиками, можно и так вот выразиться. Огромнейшее спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписываемся на него, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А всем вам удачи, до скорого и не голодайте!